7,5 миллионов квадратных метров столицы отжили свое. В этом году у хрущевок юбилей 60 лет. Это значит, их срок эксплуатации истек. В некоторых из них жить как минимум небезопасно. Сносить или ремонтировать? Что решили чиновники? Давайте посмотрим. Что это пишовое недлое? Вот это ваш наш грибок пресловутый, который убивает иммунную систему. Дом-убийца. Так ласково называют эту пятиэтажку жители. На стенах здания обнаружили 39 видов грибка. Вот это аспергилий снигер, вот это грибочек, который бронхолегенева система. У Марии Степановны бронхиальная астма. У ее мужа рак легких. Разновидностей болезней у жильцов здесь столько, что даже отдельную папку завели. Это папка захворюваности и смертей. Гепатит, сахарный диабет, онку. Ни дезинфекция, ни ремонт грибок не берут. Выход только один, уверен владелец квартир. Дом необходимо снести. Около 10 лет добивались от власти новое жилье. И только в этом году в горадминистрации нашли для строительства площадку. План утвердили, осталась бумажная работа, и дом наконец-то начнут возводить. А что делать с остальными хрущевками, чей срок годности уже на исходе? Эксперты сообщают, есть два варианта. То, что было сделано период до 60-х годов, 65-го, оно, безусловно, там не соответствует как бы современности, и их легче снести. Вторая тенденция – это те хрущевки, которые были построены позже. Их легче идти по этапу энергомодернизации. Недавно в СМИ бурно обсуждалась информация о том, что власти Киева якобы решили снести все хрущевки. Но это лишь слухи. В горадминистрации рассказали, программу реновации просроченных домов уже разработали. И какой сносить, а какой ремонтировать, решать будут в индивидуальном порядке. По-перше, провести інвентаризацію всіх цих будинків. На сьогоднішній день, за нашою інформацією, в місті Києві їх близько 2000. 7,5 мільйонів квадратних метрів. Главная проблема – куда отселять людей и какую жилплощадь давать семьям. Ведь махинаций со стороны жильцов тоже хватает. Чутко проходить, що якийсь квартал будуть реконструювати, тут же йде маса розлучень, чоловіки з жінками розлучаються, в надії на те, що в наступному вони отримують дві квартири замість одної. В принципі, законодавець повинен дати чітку відповідь. Який коефіцієнт обміну? В Дніпровському районі столиці відселення длиться уже 8 лет. Чиновники ніяк не можуть отримати согласие від всіх жильців. Столична адміністрація просить внести поправки в закон і починати відселення при согласии хоча б 75% сімей. А з остальними рішати питання в судах. Іначе процес може затягнутися не на одно десятиліття. Ольга Теребінська, Поліна Спасенко, Нікіта Ісайка. Подробності телеканал «Інтер».